Всем привет! Я Маша Лил Пи, и сегодня у моей кошки, у моей Алисы, самой прекрасной колбасени крысопендры, сегодня день рождения! Вот этой вот прекрасной даме сегодня исполняется 10 лет, представляете? Алис, ты сама-то хоть осознаешь, насколько ты уже взрослый кэт? Она, кажется, не совсем рада. Но сейчас мы ей поднимем настроение, потому что сегодня я собираюсь ей устроить самый настоящий праздник! Итак, я уже купила вот такие вот тарелочки прикольные с косточками рыбы и с лапками. Еще вот такая вот прикольная гирлянда с мордочками кошечек. Я когда ее увидела, я сразу подумала, что определенно, безусловно, надо ее брать. Вы только посмотрите на эту красоту. Прям идеально под день рождения кошки. Вот это вот, мне кажется, кстати, больше всего на Алису похоже. Вы как думаете? Напишите в комментариях. Вот такие вот свечечки из этого же комплекта. Вот тоже с мордочками кошечек. Вы только посмотрите. Вообще таких еще не раньше никогда не видела. Они еще такие объемные, выпуклые. Вообще классно выглядят. И праздничные колпачки тоже с котиками. Алисе сегодня целых 10 лет, а кто-то сегодня только появится на свет, прямо сейчас, на ваших глазах. Это малыш Пуффикорн Хэтчималс. Я давно такого хотела, но рада, что дождалась именно этой серии. Здесь питомец и яйцо более интерактивные, чем в предыдущих версиях. В этой серии есть Пуффикорны, единорожки, и Дрэгли, дракончики. Я точно знаю, что у меня Пуффикорн, но не знаю, какой именно, Мисти или Сноуи. Так интересно, кто попадется? Написано «Открыть здесь». Вау! Чтобы малыш вылупился, нужно окружить яйцо заботой. Ты как там, малыш? Ты кто? Мисти или Сноуи? Как вы думаете, кто там? Пишите в комментариях. Так интересно. Он там вообще двигается внутри прям. Я чувствую. Кажется, ему нравится, когда его качают. Он сейчас вылупится, ребята! Ты пошел! Я уже вижу, кто это, ребята, кстати. Мисти или Сноуи, я вижу... О, сердце улетело. Там глаз видно, ребята. Смотрите! Какой милый! Тебя! Это Мисти! Так, теперь надо расколупать яйцо до основания. Итак, достаем малыша. У него сердечко зажглось. Ребята, он может кушать. Давай запишем историю лета. Он уснул. Вот такой вот милый Мисти сегодня появился на свет и сразу попал на день рождения. Думаю, ему тоже нужно одеть праздничный колпачок. Я пришла в торговый центр, чтобы накупить еще подарочков для Алисы всяких разных. Смотрите, какой у меня шопер, он тоже с котиком. Все по-праздничному, все по-каноничному, как надо. Ребята, наконец-то я нашла отдел с штучками для домашних питомцев. Тут вообще, на самом деле, большинство всяких штучек для собак, смотрите, всякие. Жиза. Так, давайте посмотрим, что тут есть для кошек. Тут всякие, вот извините, палочки интересные, штучечки. Вот это что это? Мне кажется, Алисе нужно какую-нибудь такую взять. Вот это с помпончиками. Но мне кажется, Алиса вот эту раздерет прям в момент. Так, что тут еще есть? Вот такая штучка, вот такая розовенькая, интересная, с такими побрякушками. А мне кажется, с бусинками это как-то немножечко опасно, на самом деле, для кошки. Вдруг она их разгрызет. С рыбкой, кстати, прикольно выглядит. Дразнилка. Признавайтесь, что захотел. Мятный котик, смотрите, всякие игрушечки для кошек. Мятная, вот эта конфетка. Я считаю, что надо вот эту мятную конфетку взять. Неваляшка с пером. Вообще выглядит очень круто, но Алиса вообще в такое не играет. Просто обходит такие штуки стороной. И надо что-то, чтобы оно прям двигалось. О, спираль. Это точно Алисе, мне кажется, понравится, потому что она мои резинки для волос, блин, постоянно гоняет. Давайте лазерную каску еще возьмем. Алиса, конечно, не собака, но вы посмотрите на это. Уточка, намордник, чтобы у собаки вот так вот было, когда намордник одеваешь, по-моему, это трэш какой-то. А вот еще я нашла, смотрите, ребята, birthday girl. Мне кажется, надо Алисе такой колпачок взять. Это собака нарисована, ну какая разница? Наверное, Алисе тоже будет норм. Хотя мне кажется, что на самом деле, возможно, ей будет он большой слишком по размеру. Ну, ладно. Еще я думаю, что Алисе нужно взять вот эту вот вычесывалку, потому что у нее вычесывалка потерялась. В плане, я не помню, вот мы ее ищем, короче. Или мы нашли ее, но она, в общем, слишком сильно выдирает волосы. А вот это, смотрите, она еще плюс выталкивает шерсть вроде как, да, которая остается. Написано «Безопасные зубчики». Видите, они вот с такими вот штучками. Очищается от налипшей шерсти одним нажатием кнопки. Вот, я такую искала.
стала. Шапка, зайчик. Вы только посмотрите, ну как я могу мимо этого пройти? Это определенно надо брать. Посмотрите на эти милые костюмчики. Они, конечно, для собачек. Мне кажется, Алисе тоже было бы нормально. Смотрите, за уточки. Но Алиса явно не будет довольна, если я ей это куплю. Просто упадет, будет лежать и вот так вот типа делать. Алиса, я поздравляю тебя с днем рождения! Все мои подписчики, все мои зрители поздравляю тебя тоже с днем рождения! Ребята, пишите в комментариях свои поздравления для Алисы, мы вместе с ней будем читать, думаю, ей будет очень-очень приятно. Вообще, Алиса вечный дед-инсайдик, у нее как бы всегда кажется, что очень какое-то серьезное грустное выражение лица. На самом деле, она булочка с корицей. И сегодня мы эту грустную, как будто бы на вид булочку с корицей, будем пытаться развеселить. Ну что ж, дорогая, у меня для тебя есть вот такой вот классный подарок. Посмотрите, какой у меня еще пакет праздничный. Я в тему прям выбрала с котиком тоже. Такой вот котик с цветочечками. Алиса, интересно, понимаешь, что тут котик нарисован или нет? Так, что же у меня для тебя здесь есть? Куча-куча всяких разных интересных подарочков, которые, Алиса, я очень надеюсь, что тебе понравится. Как вы видите, Алиса очень линяет. Это на самом деле гениальная, конечно, идея была надевать черные шорты на видео с кошкой. И вследствие этого, я считаю, как раз-таки нужно привести Алису в порядок перед тем, как наряжать ее в праздничные костюмчики. Поэтому давайте распакуем вот эту вот самоочищающуюся щетку и Алисе немножечко лишней шерсти вычесим. Смотрите, как это работает. Когда у меня скопится вот здесь вот шерсть Алисина, то просто вот так нажимаю, и она вся вытолкнется сама. Что ж, давайте попробуем. Алиса, ты на чиле? У нас сегодня прям салон красоты для Алисы, процедуры, массажик. Вот интересно, она смотрит на меня благодарным взглядом или убийственным. Кстати, вроде как ей даже нравится, смотрите. Итак, вот такой вот слайд. Из шерсти. Все, щеточка вообще абсолютно чистая. Я считаю, что это просто гениально на самом деле изобретение. Я всегда такое хотела себе. Мы оставляем вот этот вот подшерсток, который вычесали, чтобы потом, когда этой шерсти станет уже много-много, свалять Алисе какую-нибудь шапочку или вообще, например, мини-копию Алисы маленькую. Но я не уверена, получится ли у меня такое сделать. Но я видела, что такое делают. Ну и так как, Алиса, ты прошла эту спа-процедуру, мы теперь тебя наградим. Тебе полагается вкусняшечка вот такая вот. Будешь такое кушать? Давай посмотрим. Он так вкусно пахнет, что я аж сама себе такой захотела. О, кажется, ей заинтересовало. Она кушает. Кажется, Алисе понравилось. Либо ей просто стало скучно, она прилегла. Не, ну кажется, ей прям нравится. Я уже распаковала лазерную указку. Когда Алиса была совсем маленьким котенком, ей очень нравились лазерные указки. Посмотрим, сохранился ли у взрослой Алисы интерес к этой игрушке. Охотница. Она видит, что я управляю здесь. Максимум все, что Алиса может делать, это повернуть голову в направлении этого лучика. Чего-то, Алиса, ты обленилась. Аура плюс 1000, она сигма, она не ведется на уловки человечества. Вот эти вот игрушечки лазерные, которые вы придумали, да? Вот смотрите, она ей настолько скучно, что она аж зевает. Ну, все понятно, чисто на кондициях. Вот такие пружинки, не знаю, как с ними играть, если честно, но я вообще думала, что это типа как резинки для волос. Вот Алиса обожает резинки для волос мои гонять, я уже говорила вам. Но что-то кажется, вот на них ей вообще по барабану. Мне кажется, надо как-то вот так вот их кидать, и она будет на них реагировать. Она просто спит, она на секунду останавливается и засыпает. Ну что это такое, ну Алиса, ну ты издеваешься? Алиса вообще какой-то скуф. Хочет только лежать, отдыхать, ничего не делать. Что ж, Алисе, кажется, неинтересны все эти игры, поэтому мы будем сразу надевать на нее вот такой вот прикольный костюмчик. Интересно, понравится или нет? Что-то мне предсказывают на самом деле, что нет, ей не понравится, но стоит попробовать. Это вилетушка. Ну ладно, Алиса, раз тебе не понравилась шапочка зайчика, то так уж и быть, я тебе снимаю ее. Попробую ее покормить нормальной едой. Вот такой вот жидкий корм. Это просто ужас в плане. Я каждый раз вот так вот мне, когда его выливаю. Ну ладно, Алиса, сегодня твой день рождения. Поэтому ради тебя я буду это делать. Хоть бы это все не вылилось сейчас на пол. О, ну это другое дело. Ну хотя бы что-то Алису заинтересовало. Вот она реально скуф, ей только поспать и покушать. Мой папа тоже хочет подарить Алисе подарок. Держи, с днем рождения. Алиса, шапочка. Это еще одна шапочка. Еще, Алиса, смотри, какая мышка есть для тебя. Это что было? Это что такое? Ура, ей что-то понравилось, кроме еды. Я не понимаю, ей нравится ли она охотиться. Шапка акулы Алисе, кажется, тоже не понравилась. Ну, все понятно.
Ну и что самое главное на дне рождения? Конечно же, торт! Алис торт не ест, потому что она кошка. Но это чисто для меня такой небольшой подарочек на этом празднике. Алиса уже покушала свое, вот этот свой жидкий корм. Я вообще не понимаю, как она его ест, но вкусно, видимо. Вот это ее тортик. Но свечи Алиса все же должна задуть, поэтому в этот тортик мы сейчас ставим свечечку. Как вы думаете, какая вот больше подходит Алисе? Вот такая вот, вот она, мне кажется, самая милая. Либо вот такая, ну вот это вот на Алисе на выражение лица похоже. Мне кажется, вот это вот она более красивая просто. Та-дам! И, конечно же, именинный наряд. Колпачок Birthday Girl. И, конечно же, вот такой вот милый фартучек. Уж одеточка не обляпайся. Так, ну вообще, Алисе, мне кажется, это будет большой фартук. Ну ладно, мы постараемся. И колпачок. Правда, мне кажется, что он ей будет велик. Ну, колпачок ей что-то как будто бы не очень понравился, поэтому давайте оставим ее только в фартучке. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Алиса, с днем рождения тебя. Что ж, Алис, ты готова загадать свое заветное деньрожденческое желание? Барабанная дробь, тру-тру-тру-тру-тру-тру, я думаю, Алиса загадала. И что же, давай я тебе немножечко помогу. Ура! 10 лет. Ну что ж, вот такой вот день рождения у Алисы. Не уверена, что он супер, конечно, удался. Главное, чтобы поели, как говорится. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, а также на мое ВК-сообщество. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И также в комментариях пишите смайлики котиков. Кто больше найдет смайликов котиков, того лайкну. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Мяу!